В России впервые с 1993 года может пройти федеральный референдум. На всенародное голосование вынесут вопрос о повышении пенсионного возраста. Сейчас в регионах формируются инициативные группы. Центр избирком Чувашии зарегистрировал такую и в нашей республике. Основные требования к участникам инициативной группы – наличие российского гражданства, достижение 18-летнего возраста и прописка на территории республики, отметил председатель ЦИКа Александр Цветков. Все это тоже было проверено, и у нас на сегодняшний день рабочая группа установила, что все 119 членов региональной подгруппы зарегистрированы на территории Чувашской республики. Но к 8 членам этой региональной подгруппы, участникам собрания, возникли вопросы по поводу того, что в документах в отношении них адрес места жительства указан с ошибками. Я считаю, что это необходимо констатировать как минимум в нашем постановлении. Хотя юридического значения для принятия решения о регистрации либо в отказе в регистрации инициативной группы это по большому счету не имеет. Итак, группа зарегистрирована. Ее возглавил исполнительный директор Совета муниципальных образований республики Станислав Николаев. Основная задача инициативной группы – сбор подписей жителей республики в поддержку проведения референдума. Однако начнется эта процедура только после того, как подобные группы будут зарегистрированы в достаточном количестве регионов страны. На это отводится 2 месяца.